Мы не стали на колени, мы ни под кого не прогнулись, поэтому нас и наклоняют, точно так, как сейчас начали наклонять Россию. Такая независимая, самостоятельная Россия никому не нужна. Россия сильным мира сего нужна такая, какая она была при Ельцине в середине 90-х. Я это проходил вместе с Ельциным, я это все видел. Там на каждом этаже сидели представители Центрального разведывательного управления США и управляли всеми процессами. С них начиналась приватизация, с них началось уничтожение вооружений Советского Союза. И у нас тоже этот процесс вспыхнул. Но я его быстро подавил. И не потому, что я диктатор и авторитарный руководитель, а потому, что прежде всего я отказался уничтожать вооружение.